Рефери на ковре Дамир Садыров, формат 1 раунд по 4 минуты. Стартует у нас схватка. Да, как уже было сказано ранее, 4 минуты, 1 раунд. Заработал 2 балла Руслан Калица. Ну, тут, наверное, больше Ерик ушел вниз. За счет этого, наверное. Ну, опять-таки, 2 балла есть уже. Напомню, что ребятам всего лишь по 15 лет. Ерик Дюшало представляет клуб КДС Тим. И Руслан Галицын представляет Жаркент Крейси Бара. Галицын в гарде, в синем рашгарде. Пытается сейчас выйти на сабмишн. Минута остается до окончания лимита. И секунды также подсказывают, что пока сейчас нет смысла проходить гард, если только лишь для выхода на болевой, либо удушающий прием. Двадцать секунд остается. Оба, кстати, как раз таки ждут этого лимита, я так понимаю. И Галицын, и Ерик. Вот теперь уже ребятам нужно работать. Особенно Дюшалову нужно что-то делать, потому что 2 балла он отдал своему оппоненту в начале схватки. И возвращаются спортсмены в стойку. Снова Галицын пытался на встречном движении перевести своего оппонента. Не удается провести тейкдаун, пройти в ногу. Вот сейчас, возможно, сможет это сделать. И заработал 2 балла. Теперь уже становится интереснее. Неужели встанет на ноги Дюшало? Нет, пытается все-таки пройти защиту, пройти гард. Защищается снизу, даже атакует Галицын. Закрыл треугольник. Удастся ли сделать сейчас? 30 секунд остается. Да, нужно рисковать, сейчас уже нет смысла. 20 секунд остается, в любом случае, если не получится, нас ждет овертайм, дополнительное время. Прихватил правую ногу. Нет, слишком уж далеко был. Вот сейчас, возможно, нет, тоже времени не хватит. И схватка переходит у нас в овертайм. 2 минуты. Здесь уже таких ошибок, таких движений допускать нельзя. Галицыну. Да, заработал как раз таки 2 балла за тейкдаун. Удастся ли сохранить это преимущество у Галицына? Либо же Дюшало сможет сделать здесь и нагнать 2 балла. Теперь Ерик может догнать. Необходимо ему провести как минимум тейкдаун и затем уже занять одну из позиций. Да, вот здесь снова ошибся, к сожалению, Дюшало.
Вот эти два тейкдауна в овертайме практически вот сам, наверное, отдал. Надо было вот эти две минуты оставшиеся все-таки побыть, наверное, в стойке и попробовать самому провести тейкдаун. Ну, опять-таки, это мое субъективное мнение. Но здесь сейчас работает над болевым приемом. Пытается выйти из захвата Голицын. Остается. Здесь главное Голицын дотерпеть, либо же Ерик сможет все-таки завершить бой, схватку досрочно болевым приемом. Да, и даже здесь смог забрать баллы за боковой контроль, я так понимаю. Отличная работа, отличная схватка. Поздравляем победителя этого противостояния, Руслана Голицына. Итак, по итогам схватки победу одержал...